Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт visasam.ru. Я нахожусь в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах, и давайте в этом видео расскажу о том, сколько денег брать, какие деньги брать, какие банковские карты здесь работают. Все подробно, так как здесь живу уже несколько месяцев, где обменять деньги. И обязательно смотрите видео до конца, в том числе дам вам ссылочки на оформление иностранных банковских карт, которые здесь работают. И ссылочка на телеграм-канал, где рассказано подробно, как перевести крупные суммы денег для покупки недвижимости. Ну и вообще, какие могут быть нюансы с переводом крупной суммы денег сюда, в Дубай. Ссылка на телеграм-канал будет под этим видео. Также задавайте любые вопросы, постараюсь ответить. Можете задавать вопросы здесь, можете в нашем русскоязычном чате в телеграме, где в том числе люди предлагают обменять рубли на дирхамы. Ну, все это будет в видео, поэтому смотрите. Постараюсь максимально вам дать короткую, но подробную информацию. Итак, российские банковские карты никакие не работают. Visa и MasterCard не работают в ОАЭ. Мир не работает в ОАЭ из-за санкций. Работают карты UnionPay, Газпромбанка, Россельхозбанка, других банков работают, но хуже. Где-то можно снять, где-то нельзя. МТС, Почта, банк. Самое такое, то, что работает у людей, вот эти карты. Но тоже не все можно оплатить. У меня знакомые с рублевой карты Россельхозбанк. Например, во многих местах могли оплатить, а онлайн купить билет в аквапарк нет. А он был на 20% дешевле при покупке онлайн. Ну и в каких-то местах тоже нельзя этой UnionPay оплатить. Хотя везде, вот, ну, во многих, вот ОАЭ такая страна, это UnionPay. Редко где работает нормально, в Европе, например, вообще с ней смысла нету ехать. Здесь более-менее работает UnionPay. Какие карты у меня самого? У меня самого банковские карты Казахстана, мультивалютные. Я туда просто могу и рубли перевести, и доллары свифт переводом, просто рубли. Потом меняю в приложении там по хорошему курсу на доллары и плачу с долларовой банковской карты. Даже при конвертации в дирхам это выгоднее, чем с UnionPay. Ну и плюс они везде абсолютно работают, так же, как раньше Visa и MasterCard. Ну, в Европе я прилетел сюда из Португалии, везде все нормально работает. До этого был в Молдавии, в других европейских странах. Поэтому я пользуюсь иностранными банковскими картами. Если нужна ссылочка, если нужно оформление этих карт с доставкой в Россию, можно сделать, ссылка на телеграм-канал будет под этим видео. Можете заказать с доставкой в России точно такие же карты, как у меня. Там несколько банков. Вы можете заказать. Хорошо, наличные доллары. Лучше езжайте наличными долларами. Их можете поменять. Сразу скажу, курс ниже 3,60 невыгодный. Курс повыше выгодный. Даже вот есть в аэропорту магазин Duty Free, где вы можете поменять без комиссии. Самый важный момент, в аэропорту есть такая фишка, многие говорят, пишут курс 3,62, а потом какая-нибудь комиссия и чардж, у вас выходит 3,50. Будьте внимательны, вот я вам дам, запишу специально, кусочек сюда вставлю, где поменять в аэропорту без всяких комиссий по курсу 3,60. Это currency exchange, то есть это Dubai Duty Free, и прямо exchange валюты именно в Duty Free. Без всяких комиссий, без чарджей. И, ну, иногда и в городе вы такой курс встретите. Конечно, можно найти чуть-чуть получше, но, в принципе, достаточно адекватный курс. Ну, 100-200 долларов можете смело поменять здесь. Остальное обменяете в городе. Так, курс дирхам очень-очень стабильный. К доллару 3,65-3,66. Поэтому, например, сейчас очень многие наши соотечественники из России, особенно, ну, из стран бывшего Советского Союза, стремятся продать свои активы в России, в Европе и переводят деньги сюда для покупки недвижимости в ОАЭ. Дирхам очень стабильная валюта, Объединенные Арабские Эмираты – дружественная страна. Если вам нужны все подробности об инвестировании в недвижимость, как перевести сюда крупные суммы денег, будет ссылочка на телеграм-канал, где там все подробно описывается. Подписывайтесь, чтобы вы приезжаете как турист. Я вам сказал примерно, 3,62 нашли, 3,63 классный курс, наличных долларов меняйте. Евро меняются по менее выгодному курсу, чем долларами. У них более такой спред между покупкой и продажей. Лучше ехать с наличными долларами.
Рубли вообще нигде в последнее время не меняются официально. Как поменять рубли? Есть чаты, в том числе и в нашем чате есть, в русскоязычном. Подпишитесь на него предложение. Вы пишете, обменяю рубли на дирхамы. Переводите со Сбербанка, с Тинькофф, вам перечисляют дирхамы, но плюс 10% к биржевому курсу примерно. Естественно, просто так, ну, никто бы не будет менять, кому особо здесь нужны рубли. Но так поменять можно, так люди меняют, ну, рассчитывать, что плюс 10% к биржевому курсу. Иногда там 7-8, ну, это, скажем так, такой рынок, когда такой же человек, как вы, хочет поменять или заработать на этом, или, например, он зарабатывает в дирхамах, ему нужны рубли перевести домой. Поэтому можете использовать эту возможность. В телеграм-чатах вот так люди договариваются об обмене. Один дает наличные дирхамы, другой ему переводит рубли на карту. Как перевести крупные суммы денег? Смотрите, вы можете перевести для покупки первичной недвижимости. Вам инвойс выставляет застройщик, и вы можете его оплатить SWIFT-переводом, банковской картой Казахстана, криптовалютой. Способов много, можно перевести. Если вы просто хотите себе перевести деньги сюда, нужно открыть банковский счет. А банковский счет сейчас выдается только резидентам, особенно, ну, с российским паспортом. Поэтому вам надо сначала оформить резидентскую визу. Есть тоже опасности перевода, например, крупной суммы, вы хотите сюда миллион перевести, потом типа купить вторичную недвижимость. Но банки Объединенных Арабских Эмиратов сейчас проверяют тщательно, откуда деньги из России. Из России ваши деньги выпустили, а в банке Казахстана комплаенс наложил запрет и заморозил подтверждение средств, и, ну, запросил какую-то проверку, откуда эти деньги. Так что вот имейте это в виду, если вы переводите крупные суммы денег даже себе на счет, тем более к брокеру или застройщику, там тоже есть нюансы, можно сильно попасть. Обо всем об этом вот есть видео, посмотрите его, там будет подробнее. Для туристов подведу итог. Union Pay работает, лучше Россельхозбанк или Газпромбанк, имена, естественно. Лучше, вот говорят, сейчас с рублевой карты конвертируют, чем с долларовой. Самый классный способ — оформить банковскую карту мультивалютную Казахстана. Ссылочка, где и как это сделать, будет под этим видео. Работает везде, за границей, во всех странах, очень стабильно и надежно. А также, как наши раньше российские карты, Visa или MasterCard будет. Третий способ — менять в чатах, договариваться, вот, например, с человеком, встречаетесь там, и говорю, на Дубай-Марине во столько-то, я переведу рубли, ты мне дашь дирхамы. Опять на свой страх и риск внимательно проверяйте, кому вы отдаете, не кинут ли вас, не обманут, тут уже никаких гарантий нету. Третий вариант — везите просто наличные доллары, самый классный способ. Ну все, всем пока, с вами был Борис Соколов, сайт visasam.ru. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш телеграм-канал о переезде в Дубай, там будет сколько стоит здесь жизнь, посты, например, сколько расходы на недвижимость и все остальное. И на русскоязычный чат «Русский в Дубае», где также можете, например, задать свои запросы по обмену валюты. И задавайте любые комментарии здесь, вопросы, все, что буду знать, обязательно отвечу. Ну все, пока-пока.